отметиться, показать свой образ на сегодня. Но волосы я люблю всегда такие пышные. Не знаю, пока мне нравится. Тем более они у меня отросли. До этого все равно у меня и летом они коротенькие были. Сейчас хочу длинные волосы. Еще из-за танцев. Представляете, накрасилась. Ну, я, конечно, стараюсь делать дневной макияж как бы ну, нормальный. Все как положено. Sephora, значит, такая тоже не реклама. Ну, могу не говорить марку. В общем, такой фиолетовый цвет. Ну, облески, они обычно по факту очень-очень нежные. Ну, потому что выглядит ярко, а обычно из моего опыта пользования они всегда там еле-еле уловимый цвет, там оттенок какой-то. Думаю, ну, сейчас накрашусь, хочу что-нибудь такое фиолетовое, нежное. И смотрите, образ как будто бы на Хэллоуин, на какой-нибудь там... Сейчас свет так падает, я-то нежно накрасилась. Кажется, как будто бы ярко. В общем, помада оказалась как на Хэллоуин или какой-то такой прям праздник ночной, вечерний. Еще поближе хотела показать. Вот написано кремовый, блеск, бриллиант. Но по факту очень-очень плотная текстура, поэтому точно будет не в моем топчике использование. Слава богу, вот это, мне кажется, тоже на подарок было в какой-то момент. Потому что я что-то разочарована. И хотела сразу же показать в сравнении, насколько важна все-таки помада в образе. Потому что, смотрите, и то еле-еле стерла этот сейчас фиолетовый цвет. Прям, знаете, средством там мицеллярным, средством специальным остался. И сейчас получается вот в розовом цвете, мне кажется, выглядит все посимпатичнее. А тот фиолетовый, ну, фиолетовый бывает он разный, ну, насколько он не подходит. А вы что скажете? Мне кажется, с розовым вообще гораздо лучше. У нас сегодня радость, не так холодно, минус 20 градусов показывает градусник за окном. А значит, можно уже там побольше как-то передвигаться, перемещаться. Насчет прогулочки не знаю, но посмотрим. Сегодня, надеюсь, что-нибудь интересное снять для вас. Все, хотела свой, так сказать... лук показать. Все, обрядилась. Все, потеплело, минус 15, значит, можно по делам. Ребятушки, вышла на улицу, сейчас так скользко. Будьте осторожны, видите, какая гололедица образовалась. Там, в общем, надо очень осторожно сейчас и ходить, и ездить. Так, что-то телефон показывает минус 15. А здесь минус 12. И рада, что бензин не сожрался. В общем, он не наполовину с водой. Ну, а машина еле-еле прогрелась. 20 минут прогрева недостаточно. Вообще холодное, сиденье холодное. Сейчас на максимум сделала подогрев. И поеду тихонечко, аккуратненько. 50. Ребятушки, хотела, вот иногда надо интуиции доверять. Думала, эта дорога своей обычно не поеду. Нет, завернула, как всегда, мышечная память. И вот такая пробка. Видимо, что-то случилось. Скорее всего, авария. Потому что время как бы не ночь, чтобы пробки стоять. Вот сейчас попробую, наверное, сверну. В пробке не хочу стоять. А там мусоровозка эта дурацкая. Ну, не то, что дурацкая, но мне просто помешает, если я сейчас через двор захочу проехать. Хотела через двор сейчас сократить путь. Ну, наверное, не поеду. Сейчас, ну, а что, она станет посреди дороги, я не объеду. Ну, все, стоим, ждем. Как Moscow City, never sleep. Вот так вот. Средь бела дня у нас пробки. Ребятушки, приехала я здесь, получается, в сити-центр. Но не пойму, что сегодня с городом. Вообще все парковки забиты, белый день. Очень-очень много людей. И хотела показать, какая сейчас гололедица даже в магазинах. Видите, плохо прочищено. Так, вот надо очень-очень осторожно ходить. Кому интересно, сейчас улица Ленина. Вот здесь вот сейчас идем с вами в сити-центр. Сейчас хотела предупредить, на улице я много снимать не могу, потому что при этих градусах прям телефон сильно, так знаете, замерзает очень-очень сильно. Хочу посетить, посмотреть скидочки. До конца ноября же еще действует так называемая черная пятница, и пойду в свой любимый магазин. Сейчас он называется Дебатэ, здесь вывеска осталась Sephora, посмотрю, что почем. Мне нравится здесь CBD-вой магазин. А, там...
покупками выгоднее. У меня на Ламода я все-таки покупала. И здесь мне так нравятся всякие такие вещички. Но они здесь стоят очень-очень дорого. Ну, хотя бы, знаете, так полюбоваться, посмотреть. Смотрите, в виде этого кита такая штучка. Не знаю, для чего это. Очень-очень красиво. О, елочка. Все, как я люблю. И вот этот совенок очень нравится. Вообще так мило выглядит. Девочки, здесь снимать нельзя, но я сниму свои любимые духи. Помните, я вам говорила? Кстати, кому интересно, мой аромат самый-самый, который я вообще часто носила, вот этот. Раньше он стоил дешевле. Мюнглер, вот это. Innocent. Самый-самый. Номер один для меня. Сейчас, наверное, покупать не буду. Побрызгалась так. Все восхитительно. Ну, просто что-то дорого, мне кажется. Не знаю, хочется со скидкой. Так, выгляжу я вот так. Видите, колготочки, которые я говорила. Высокие сапоги. И вот так вот. В общем, хотела все со скидочками купить. Девочки, мальчики, к сожалению, в ЛДБТ нельзя снимать, вот пока временно запрещена там реклама, но, может быть, перед Новым годом что-то будет интересненькое, и я хочу свой любимый шампунь. Там, которые есть, они мне не совсем подходят. Я подобрала, на удивление, очень классный корейский шампунь, и хотела, знаете, пожаловаться, вот вроде, смотрите, вот за моей спиной все-все это шампунь, и можете представить именно того, который подошел мне, который классный, который вот прям идеально для меня, к сожалению, нет. Ой, вы же знаете, что я интернет-магазины не сильно люблю, но придется заглянуть и поискать. Прям сегодня. Я и так уже сегодня на Озоне пришлось кофе мне заказать для мамули моей. Там и выгодная со скидкой, потому что у нас цены на кофе стали просто космос. Поэтому вот так вот я стараюсь все со скидочками. Так, все, сейчас пробегусь глазками. Ну, нету. Нету, придется искать в интернете. Печаль. Так, девочки, делюсь с вами такой информацией. Вот представляете, в парфюм лидере я не нашла этот шампунь. Вообще это корейский. Думаю, ну сейчас, ладно, приеду в парфюм лидере. Есть же сайт. Дай-ка гляну, может быть, в какой-то точке нашего города есть, потому что так я уже покупала однажды. Там заказываешь хоть это, едешь, знаешь, что есть товар. Ну что вы думаете, сейчас заглянула, его нету. Вот именно вот этого. Фирма вроде как вот это есть, а вот именно вот этого нету. Я вот не понимаю, вот владельцев магазинов, вообще кто этим занимается. Ну извините, если у вас он пользуется популярностью, если его люди полюбили, почему не заказать, вот честно. Но если у вас стоит какой-то там корейский, который не пользуется спросом, ну вот он нафига, вот честно, я не понимаю. Такая головная боль, а мне вот именно он нужен, потому что, смотрите, вот сегодня я делала укладку, и волосы никакие, честно. Вообще никакие, как будто бы, не знаю, что-то Джон Фрида мне уже не подходит на постоянке. Видимо, часто ему и голову нельзя. Сейчас еще раз покажу, что я про какой шампунь вообще говорю. Вот эта фирма, она, а видите, смотрите, какая здесь у нас вода, это не грязь. Вот эта фирма, но вот именно вот этот Super Botanical объемный шампунь. Вот кондиционер Астаса. Два шампуня. Ладно, хоть я была такая хозяйственная, два взяла. Мега супер подходит, как когда-то мне подошел французский шампунь Фортерер в сети ДБТ. Ну, я вообще, мне, знаете, такая печаль. Вы же знаете, что я как бы много чего пробую. Там вообще мне нравится найти что-то идеальное там для кожи, для волос. Там, и, ну, волосы, знаете... Волосы требуют особого ухода, то есть тут не получится так, что то одним, то другим. И они, у меня чувствительная кожа головы, как бы мне не каждый шампунь-то подойдет. Причем даже из дорогих не каждый подойдет. На постоянке бы я пользовалась шампунем фирмы Sisley, это премиум линейка, но сейчас цены поменялись, все поменялось. Сейчас я не могу себе позволить, я могу позволить только, я не знаю, может быть, там подкопить денег. Например, купить на Новый год, подарить маме, и мы вместе, допустим, им пользуемся. Ну, там и кондиционер надо к нему, или масочку обязательно. Вот, а на постоянке, помню, была фирма Фортерер, она исчезла.
пользовалась спросом вообще фантастически, особенно от выпадения серии, просто фантастика. Эта марка спасла мои волосы один момент, и все исчезло. Печаль, когда что-то исчезает, я прям вообще не могу. Ну, Корея, у нас вроде корейской всякой косметики, всякой, смотрю, там парфюм Лидер весь там в Корее, аж глаза разбегаются, уже думаешь, надо корейский язык учить. Но, как по мне, мне корейская косметика сейчас, может быть, на меня шквал обрушится, но мне не очень, честно. Ни крема, ничего мне не нравится, пробовала, даже не уговаривайте. Все, вечерок, время 6 вечера, решила подкрепиться кофе, и буду я готовить ужин. Что-то, знаете, кофе светло-обжарка, а на вкус какой-то крепкий. Как обычно его сыплю, то есть не больше. Про этот шампунь. Может быть, кто-то за границей находится. Может быть... Ой, извините, пожалуйста. Что-то я разволновалась, похоже. Вот так вот крепче буду держать. Фуртерер. Французская марка. Возможно... Кто-то ее знает, особенно кто живет за границей, если вы меня смотрите за пределами нашей страны. Хочу еще себя похвалить. Ну, не то, что похвалить. Я спасла волосы, в том числе своим коллегам, которые даже в возрасте, потому что многие там виши, вот обычно на самая распространенная марка от выпадения волос, лечебная, но она не всем подходит и не всем спасает, знаете, вот моментально. Сколько потом, я помню, мама, коллеги тоже посоветовала, там ее все благодарили, меня благодарили. Ну, потому что вот такая оказалась просто волшебная марка. Просто вот. И она помогала моментально. То есть за месяц можно было остановить. Причем любую причину выпадения волос. Ну, почти любую. То есть я не буду говорить, что прям вот бывают серьезные проблемы, но, в общем, помогала. Так что как-то вот так вот, так нахлынули на меня воспоминания об этой марке. Она продавалась только в сети Эльдобате. Ладно, не буду печалиться. Поищу я этот шампунь на Озоне, который мне подходит, корейский. Ну, Сислей я не знаю, я сейчас себе не могу позволить, он дорогой. Я еще хотела, ну, деньги, наверное, начать копить как-то надо, если они будут, конечно. Посмотрим. Сейчас буду готовить ужин и покажу, что сегодня у меня на ужин. Сегодня я дежурная по кухне. Так, готовлю. Ну вот что значит на Озоне на этом засмотрелась. Выбрала я шампунь, слава богу, нашла, заказала. Вот чуть кашка моя, это булгур варю на ужин. Ой, как раскочегарилась. И делаю, хотела вначале ежики и фарш. Из мяса индейки с лучком, лучок, перец, специи. И делаю вот так вот. Такие на пару решила сделать. Я вообще жареное не люблю. На вкус, не знаю, что-то я как-то отвыкла. Или вообще не люблю. Ну, не люблю я масло лишнее, это не мое. Так, и делаю салатик. Так, и буду делать вот такой вот салатик. Тут черри нынче с соком лимона. Сейчас сюда подавлю. Прическу хоть настроила нормально. Ну, если честно, я люблю все домашненькое. Ну, понятно, что не всегда это все успевается делать, но стараюсь из своего режима не выходить. Вот так вот. Сегодня, наконец, домашний ужин. Мой салатик в сервировке. Так вот я обычно сервирую. Так, и еще люблю вот так вот, знаете, побольше поперчить. Все. Так, а что, перец закончился, надо насыпать. Ладно. Салатик. Вкусненько, но я что-то так пристрастилась именно вот к розовому, к сорту помидору розовый. То есть есть черри розовые, а вот это обычно какие-то красненькие. Да, либо фирма неудачная. Ну так салатик вкусненький. Где самые секретные ингредиенты там? Дачная зелень. Сейчас чуть-чуть постримила. С Donation Alerts. Оказывается, эта программа доступна сейчас в приложении, ну, в App Store.
Я ее загрузила, зарегистрировалась я на сайте, попробовала с нее стримить более удобно, потому что в режиме онлайн все-таки получается. Вот, ребятушки, все, устала, забыла до этого завершающий аккорд записать. Ой, в общем, свет тут не так выставлен, ну ладно. Всем спасибо, такой небольшой влог сегодня. Сегодня немножко приболевший, еще с ухом. Стрим мне не удалось сохранить, потому что он через Donation Alerts. Теперь мне надо разбираться, как оттуда сохранять эфиры. Но я учусь, я разбираюсь, сам себе режиссер. Всем спасибо за поддержку, спасибо за то, что вы пришли ко мне на стрим. Всем спасибо, до новой встречи. Всем пока-пока. Всех люблю, всех целую. А я забыла, как называется, когда встаешь с рассветом, там по фэншую или как. Ой, я хочу сказать, вот этот лозунг мне помог пережить морозы. Ну, кашель что-то у меня усугубился, к сожалению, но лозунг помог морально. Очень помог. Зимняя сказка. Похоже, всю ночь шел снег. Как я уже говорила, когда теплеет, у нас снег и пасмурно. Поэтому сегодня, скорее всего, будет пасмурно. Также вроде как минус 15. Фитнес бесплатно ожидается. Это называется «хочешь, не хочешь», а ручками точно пошевелить в разные стороны с щеточкой. Но зато зимняя сказочка сегодня. Ой, как красиво, красивенько. Так, а сегодня уже у кого-то бранч. Завтрак был в 8 утра, а сейчас как бранч. Уже вторая кормилица покормила. Ну, повезло, в холод, кушают они там. Не пропадут птицы. Не пропадут, да? Ну, у нас не пропадут, они у нас прям их даже больше стало по сравнению с прошлым годом, с позапрошлым. Ой-ой-ой, как метет. О, ветер, что ли, поднялся, смотри. Прям это, аж летит снег. С это. Не, ну я не хочу ветер, сейчас моя зимняя сказка закончится. Не-не-не, сказка продолжайся. Так, ну все, птички почутся, я пошла тоже готовить завтрак, аппетит проснулся. Так, сегодня суббота. Такой сегодня у меня будет влог, как видеодневник. Может быть, я, наверное, присоединю этот влог к пятничному, поскольку мало снимала. Сегодня немножко так расстроилась из-за своего здоровья. Кто был со мной на стриме, я говорила, что я ребятушкам обещала в субботу выйти на стрим. Но поскольку вчера уже почувствовала, что, скорее всего, я, ну, не получится, потому что у меня стреляло ухо там весь день, я его капала, лечила активно. Я поэтому стрим провела в пятницу вчера. Все, кто присутствовал, очень спасибо. Большое спасибо, вы меня поддержали. Спасибо. Вот. Сегодня у меня немножко такое, постараюсь поснимать что-то позитивное. Утром проснулась, горлышко болит, ухо стреляет, температура. И я очень-очень расстроилась, прям до слез. Прям до слез стала думать, что ж не так, что ж со мной не то. Вот, ну ничего, сейчас у меня температура прошла, надо съездить в магазин продуктовый, и надо, хотела еще кое-что посмотреть, что поднимет мне настроение. Надеюсь, подниму настроение вам. Все, кому нравятся такие лайф-влоги, оставайтесь со мной. Еще раз хотела сказать... Господи, как вот это все технологии сложно. Но я стараюсь учиться, потому что я понимаю, что во всем этом надо разбираться, тем более, если я хочу развивать свой канал. Спасибо одному человеку, который знает, что мне канал пока что ничего не приносит. Ну, оно как хобби, но хотелось бы, чтобы это хобби все-таки приносило мне потом что-то. Вам спасибо большое за поддержку. Благодаря вам, в принципе, я продолжаю снимать. Вот, и еще хотела сказать, я настолько, вот оказывается, как во всем надо разбираться. Кажется, так запросто. Вчера хотела, чтобы у меня все так, окошко в этом Donation Alerts было оформлено, так красиво. Оказывается, все это непросто. Когда смотришь со Smart TV каких-нибудь блогеров, стримеров, кажется, ой, да там, что-то раз, чего-то раз. В общем, вчера у меня ничего не раз. Надеюсь, всем понравился мой стрим, и он не... Так, все собираю. Сейчас хочу сказать, с этой зимой прям еле-еле сборы. Пока оденешься, пока это...
Так, я шторы-то не добила. Надо шторы хоть ко дню матери успеть все перестирать, все в божеский вид привести. И одеваю высокие сапоги. Вот они вот так вот. И хорошо, тепло в них. Ой, что-то так ветрено вообще. Ну ничего, минус 18, тепло. В общем, меня сейчас ожидает бесплатный фитнес. Хотите лайфхак? Смотрите, что в салон снег не попал. Вот я подучилась у людей. Я делаю вот так. На вот этих стыках я вот так вот, видите, смахиваю, чтобы не попало. Так, все. Ой, сейчас открою. Так. Взяла свои фирменные перчатки. Все, они будут для улицы. Ой. Вот все надо успеть. Даже вот варежки, перчатки не успеваю купить. Ой, извините. А настроение у меня все-таки, мне утром его подняли. Вот такое. Так что спасибо. Но я думаю, человек понимает, потому что мне пришло сообщение, и я ему шлю вот это. Все, расчищаю. Расчищаю, надеюсь. Дворники опять у меня прилипли, лед. Ну все, работаю. Тут телефон замерзнет. Поскольку горло болит, и ну холодный такой воздух, минус 18, я не успела адаптироваться. Видите, горло заболело, пока делала сюрприз. А на снегу шортс вы все увидели. Удивительно, как он без хэштегов и тегов залетел и столько набрал, 1300 просмотров. В общем, вот так вот дышать теплее. Все, рука замерзает, все дальше. В общем, приехала сейчас в Пятерочку, пойду посмотрю, что здесь выгодно. Вот именно здесь мне она нравится. И, ребятушки, ну, тут, конечно, есть и дорогие магазины, недоступны мне. Смотрите, какая красивая елочка. Как я люблю вот предновогоднее настроение. Вообще, красота. Красота. Все так, так оригинально сделано. Сейчас вот так издалека покажу. Смотрите. Все, сейчас пойду, хотела выгодно продукты посмотреть. И со скидочками хотела, там чуть-чуть мне надо белье обновить. Все, пойду посмотрю. То, что я искала, минус 50 и минус 70%. Сейчас здесь что-то поищу выгодное. Ой, столько на меня здесь со скидочками нашлось товара. В общем, сейчас я мерю, уже час мерю, потому что все со скидками. Вот такое освещение. В общем, помните, я искала купальник, я его ищу. Тут тоже на кое-какие купальнички есть скидочка. Сейчас это... Вообще, мне понравилась цена очень-очень прям. Я же, ну, бережливая хозяйка. Такая вот хочу такую сорочку для сна, прям как вторая кожа, лунарета называется. Потом вот эту маечку для танцев тоже все-все прям по ценам прям хорошее, недорогое, со скидочками. Так, и не знаю, брать мне, знаете, вот эту такую рубашечку хочу, тоже она со скидочкой, а не, она не со скидкой, ну хочется со скидкой. Вот эта фирма, у меня есть платьишко, оно классное, вот это, знаете, такая она теплая, ну, может быть и хорошо, не пойму, брать, не брать, подумаю. Ох, вот так вот, ну, такая, знаете, приятная к телу. Если дома, когда прохладно, там ветер дует, в принципе, хорошо было бы. Кстати, на купальник померила. Ну, вот это без скидочки, но цена вроде неплохая, не знаю. Так, еще сейчас нижнее белье померю. Какие же мы девочки-девочки, причем на нижнее белье скидки, я так счастлива, вообще счастлива. Ой, все. Ой, такая приятная. Сейчас прошу, может, скидочка есть на эту рубашечку? Ну, она такая с хорошей длины, сейчас покажу. Так, и хотела, знать, вот длина до коленочек. Хотела показать, знаете, что. Кстати, вот мои сапожки. Да их еще надо починить, они у меня. Очень нравятся мне вот такие пляжные босоножки. Они будут со скидкой. Очень-очень удобно. И сейчас померю вот эти. Прям вот так вот. Вот. Хотела такие белье померить. Вот эти немецкие, говорят. 38 размер у меня. Сейчас померю. Ну, красота бешеная, но надо, чтобы удобно и чтобы мозольки. А вот эти сейчас покажу вот так вот, смотрите. Красота. Ну, и еще мой, смотрите, камушком подходит педикюр мой.
Красота. Написала, как хочу на море, но какая, я же девушка, надо подготовиться. Это ж я за сутки не смогу собраться, у меня вообще ничего нету на, уже к морю. 2 года уже не ездила, поэтому я уже готовлюсь, похоже. Эти красота. Камушки как будто бы пляжные. Ребятушки, решила я померить вот эти босоножки. Говорят, что Германия, сейчас не всматривалась. И очень-очень, мне кажется, они красивые, комфортные. Ну, я люблю праздничную, конечно, обувь, но чтобы была еще, если ходить на постоянку, она должна быть функциональной. Смотрите, какая красота. Бешеная. Все блестит, сверкает. И на постоянку, да, если ходить где-то, все глаз не оторвать. В зеркале покажу. Вот так вот смотрится. Мне кажется, очень красиво, нарядно. А вы что думаете? Прически нету. Вот я хотела сказать. У меня сейчас прям приятная усталость. Цветочки маме буду готовить скоро. А вот мерить вот это все. Я еще не все померила со скидками. Надеюсь, еще завтра. Очень-очень. Ну, выбрала прям такое, знаете, недорогое, красивенькое. Вообще мерить тоже непросто. У меня усталость, но она приятная усталость. Я прям устала. И сегодня хотела еще, ну, нижнее белье, я не смогла домерить. Ну, просто у меня же сил не было. То есть, если мерить нижнее белье, это надо так более расслабленно все. А я такой там спортивные костюмчики мерила, потому что мне надо на фитнес тоже что-то обновиться. Вот, устала, придется на второй заход. Ну, прям устала. Вот я хочу сказать, наряжаться это тоже как бы непросто. Пору кажется, кто-то там разнаряжен. Ну, представляете, вот сколько я уже, ну, времени здесь пропала. Ну, спасибо. Ну, в смысле, вот так вот. Люблю, когда торговый центр небольшой и все в одном месте. Я же изначально, у меня еще цель была посмотреть фрукты, овощи закончились, но я их не люблю заказывать онлайн. Потому что не всегда хорошие привозят на дом. Ну и плюс за доставку что-то у нас дорого берут. Поэтому я, если у меня есть сила, возможность, чаще всего я выбираю сама, смотрю, что, чтобы не было, как говорится, претензий. Вот поэтому иду сейчас Пятерочку. Сейчас вот так она здесь большая, просторная. Именно в ней вот вроде как хороший выбор. Сейчас все посмотрю. Так, ну, в общем, по овощам, фруктам. Лук, помидоры, мандарины, перчик, салат, айсберг. Яблочки, яйца. Ну, чай это я заварной люблю, но на всякий случай в пакетиках. Вот такой вот. Вот так вот. Ой, параллельно, значит, на заметку девочкам, мальчикам, может быть, не сильно полезная информация. Смотрите, снега нет, вот про тушь. Я специально сейчас не убрала, поэтому, дорогие мужчины, не удивляйтесь, не падайте в обморок. Смотрите, Шанель, мне нравится тушь Ланком, говорила. Это секретики наши уже девичьи по косметике. Оказывается, вот эта тушь Герлен, она оставляет следы. Видите? Это сейчас я покажу. То есть я не терла глазки, ничего, не потела, под снег не попадала. Вот. Оставляет. И прям такие, знаете, рукой это не стереть. В общем, на заметку, я была восхищена объемом, но, видимо, чтобы вот это все держалось, есть такое средство специально водостойкое бесцветное, и, значит, еще нужны затраты на вот эту специальную дополнительную тушь, чтобы не осталось здесь. Но есть больше прекрасных тушей, поэтому смысла я не вижу еще затрачиваться. Это если быть фанатом именно Герлен. Я не фанат. В общем, дизлайк, если честно. Для меня все не в приоритете. Не знаю, я в шоке сейчас. Ребятушки, а кто ходит в тапочках дома, скажите? Я хожу, ну, никогда не ходила босиком, босиком и неудобно как-то, мне кажется, всегда в тапочках. Есть открытые, закрытые. В общем, в честь Черной пятницы у меня новые тапочки, такие. Такие красивые. Очень нежно, так вообще хорошие, удобные. Ну, видите, я чуть-чуть поизносила, сейчас покажу. Они вот очень такие, ой-ой-ой, подушка какая грязная. Но это сейчас, потому что по порожку ходила. Видите, все износились уже такие, тут это. Хотя еще терпят. Ой, нет, все. А, да ё-моё, а я же не видела. Ёпарасоте.
Господи, хорошо, что ко мне никто в гости не ходит, а? Еще бы опозорилась. А мне не видно, у нас же темно в квартире. Ну, как темно? Ну, в общем, вечером ничего не видно. Все, в общем, новые тапочки у меня приобретены. И сейчас буду смотреть по сайтам, где выгодна именно вот эта фирма. Тоже поизносилась. В общем, все, буду сейчас закрытые тоже. Сменю тапочки. Тоже, если в гости... Да дело не в гости, я говорю просто уже. Ну, уже все, это в таком неудобно ходить. Вот, новенькие тапочки. Все, не закапала в ушко. В общем, вечером тоже. Ну, вы спросите о маме. Ну, конечно же, мамульке заказали тапочки. То есть и мне тапочки, и мамульке сейчас покажу. Она вот такие захотела. Но тоже эта фирма, она нам очень нравится. Нравится, что мы, ну, такие бережливые люди, как бы. Стараемся, чтобы это, ну, качественное тоже было вещи. Ну, и выгодно купить со скидочками. Сейчас покажу, что мамульке заказали. Так. Мамулька смеется, сейчас ее тапочки покажу. Ну, вот, знаете, вот и смех, и грех, только не смейтесь. Сейчас покажу вам. В общем, вот такие красивые тоже, со скидочкой успели взять, прям с хорошей. Такие они, видите, прям итальянские. Это на Валберс или Озон, что-то я уже запуталась. Но это мы еще не в эту черную пятницу. Это они уже ждали своего звездного часа. То есть мы вот подзаказали. Такие очень мягкие, нежные, ароматные. Никогда не... Ну, у нас потом, я не знаю, мы никогда как бы не встречаем этот запах. Но если у кого-то проблемы, прям не будет. А вот мамины тапочки. Ну, не буду их близко показывать. Сейчас маме... Это кто-то звонил? Да я удалила, хотела заблокировать. И, ребят, так надоели, какие-то мошенники звонят, этот вибер прям терпеть не могу. У мамы он есть на телефоне, какие-то мошенники звонили, аж разнервничалась. Говорю, вообще удалим это приложение. У меня нет этого вибера дурацкого, вообще вы его, вообще жесть. В общем, отступление от темы, аж отвлекли меня от съемок. Про мошенников хотела, ой, носочки тут сняла. Про мошенников хотела рассказать. Ну, не про мошенников. Как одна женщина, я думала, у нее хоть какое-то предложение. Значит, там как-то каким-то образом WhatsApp мой номер раздобыла. Я была вообще шокирована. Похоже было на мошенническую какую-то схему. Но я этого человека удалила. Ой, удалила, говорю, заблокировала. Начали общаться. Я уже, мне кажется, на стриме рассказывала. Немножко громко говорю, извините, полсилы слышу. Значит, она, ой, я партнер, партнер, значит, Шисейда, я вот видела, вы показывали кремик, мне так понравилось, у вас такое личико, значит, тудым-сюдым, я не то ли психологи, то ли что. Ну ладно, я по доброте душевной стала с ней в WhatsApp, она, вот я в Америке живу, там Нью-Йорк, ну ладно, хорошо, значит, что-то говорили-говорили, а потом я такая говорю, ну, у меня такая идея была, думаю, ну, раз мне такой партнер, такой важный человек звонит вообще, ну, я говорю, знаете, у меня вот такая мечта, я говорю, мне как бы же требуется спонсорская сейчас поддержка моего творчества, я, ну, рассматриваю любые там рекламные предложения, сейчас буду активно рассматривать, раз у меня более-менее приличное количество подписчиков. Я говорю, знаете, у меня такая мечта была, поскольку я очень-очень люблю косметику, я говорю, давайте, может быть, я смогу быть моделью какого-нибудь каталога или, ну, как-то поучаствовать в какой-то рекламе Шисейда. Возможно ли это вообще как американская мечта? Я говорю, очень-очень обожаю эту косметику, прям, ну, очень. Я говорю, давайте, вы, если вы партнер, так, слово партнер, понимаете? Я образованный человек, я понимаю, что слово партнер означает не консультант, не менеджер и так далее, партнер. Я говорю, наверняка у вас какие-то влиятельные люди в вашем окружении. Ну, помогите вот так вот чисто по-человечески. Говорю, я не против, рассмотрим с вами. Было бы прикольно. Вот, ну и все. И дальше не буду, там такая байда-байда полилась. Даже не хочу загружать свой влог, потому что это недостойно вообще вот моих влогов. Пришлось заблокировать. В общем, я не хочу с такими людьми общаться. На самом деле, там никакой не партнер и так далее. Там вообще, надеюсь, Бог меня уберег, как говорится. Так что вот так вот бывает. Ну, а так, конечно, вот, я не знаю, как... Я люблю красивые вещи, я бы их с удовольствием как-то рекламировала вообще.
Не знаю, как этого добиться. Я пока об этом, ну, в этом направлении я не работала. Я пока думала только, чтобы в своем на канале хоть как-то рекламу, может быть, какую-то раскручивать и так далее. Ну, посмотрим. Как говорится, поживем, увидим. Не знаешь, завтра как, с какими мыслями проснешься и так далее, в каком настроении. Что-то я тут в потьмах. В общем, заказала еще закрытые тапочки, потому что, знаете, нужны и закрытые, и открытые. Иногда жарко, хочется открытое. А когда холодно, там вот в мороз, бывает сокон сифонит прям сильно. И поп... У меня вот тогда на стриме в четверг. Кто не видел стрим в четверг, есть возможность посмотреть. У меня записано на канале, но, скорее всего, я его удалю, потому что есть жалоба, авторские права. Но я понимаю, почему из-за музыки. А как там оформить, чтобы не было этой жалобы, я не знаю. В общем, придется мне удалить, поэтому, наверное, завтра вечером я удалю. Есть шанс еще посмотреть, послушать, кто хотел со мной познакомиться. Вот, и сейчас заказала закрытые тапочки. Ой, там 50 или 60% скидка, ну, действительно, и цену я знала, какая на эти тапочки. В общем, жду свои тапочки теплые, потому что скоро опять морозы. Сейчас пока в открытых буду ходить. Так, и у меня вкусный коктейльчик вот с этим молочком кешью и с бананчиком. Люблю иногда попить коктейльчики такие. И кофе. Все, вечереть надо, кофе надо взбодриться. Ребятушки, хотела еще показать, ну, правда, здесь вот половинку я это увидела, что порченая, но не буду, а грустно. Хотела показать, такие удачные мандаринки купили, как в детстве. Смотрите, она маленькая, я помню, такие были в подарочках с конфетками. Смотрите, называются мини, не посмотрела, из какой страны, свежайшие, очищаются легко. Мандаринка из детства, мне, знаете, такое какое-то... предрождественское ощущение, когда чувствуешь вот какое-то, знаете, как ожидание подарков, там, праздника. А вкусное вообще безумно. Сладенько. Так, время уже 7 час, значит, буду готовить ужин. Ужин я люблю, вы знаете, домашнее, но также, если есть возможность сходить в кафе-ресторан, но сейчас это я как бы редко позволяю по финансовым возможностям. Арсенал мой для салатика. Так, еще лимон забыл, еще лимончик обязательно. Все помыла тщательно. И выбрала я другие черри. Называется аж премиум. В общем, посмотрим. Премиум черри не разочаруют, нет? Очень нравится красный луковый салат. В общем, все, сейчас буду делать салат. Ой, жар на меня напал. Думаю, что ж мне так жарко. Решила померить температуру. Я прям раздета, сейчас покажу. В тапочках вот так вот разделась, даже в этом платьишке мне. Платьишко такое на мне домашнее. Померила 37,3. Я вообще, знаете, мне аж до слез. Мне обидно. Вы не представляете, неимоверно. Вот просто. Я вроде в людях. Ну, бывает в магазинах, конечно, прилепится в продуктовых. Я не пойму, зачем так прилипаться. Вот сегодня как-то опасно, так кашляют, чихают. Ну, понятно, что это я не сегодня, а я сама сегодня. Ну, я в маске сегодня была. Я одела маску в этой пятерочке. В общем, приготовила фурцелин. Сейчас буду полоскать горло. Выпила я таблетки. Парацетамольчик. Ждем. Не знаю, что делать вообще. Скорее всего, эфир у меня не получится сегодня провести, потому что вчера-то у меня было всего лишь 37,1. Как бы она такая противная температура, но терпимая. А сегодня вот так. Ну все, ну готовить надо. Фастфуд никакой есть неохота. Я сейчас на ППшке. Так что вот так. Наверное, маски буду делать, чтобы это... не дышать бациллой. Ну а что делать-то? Ой, в общем, с этой черной пятницей... Представляете, я еще хотела сказать, что, ой, так падает свет, что у меня как будто бы синяки, а может быть и температура. Хорошо, что я знаю какие-то марки, которые мне подходят, как они мне сидят, потому что девочки и мальчики, я не знаю, как вы выбираете что-то в интернете, не знаю марки. Я сегодня, допустим, вживую на скидках столько всего перемерила и выбрала только, ну, по пальцам посчитать, сколько вещичек. Перемерила вообще, я устала, там, наверное, 2 часа мерила все.
Еще плюс там они босоножечки пляжные, такие красивые. Наверное, надо взять, я их отложила. Хотела посмотреть, может, мои целые дома. Просто, ну, как бы, чтобы было экономно уже. Зачем мне 100 босоножек? Я, ну, предпочитаю все равно, как бы, лишнее ничего не брать, если только износится. И я сейчас все, я устала. Я же хотела еще купальник. Тут тоже купальничек отложила. Ух, знаете, еле выдыхаю, вот просто еле-еле выдыхаю. Леггинсов спортивных не было в этом магазине, к сожалению. Давай сейчас по тем маркам, которые мне идут. Вот мне очень нравится швейцарская марка Калида. Но я ее здесь найти не могу. У меня есть штанишки, я вам покажу. Они прекрасные, я хочу такие же, но их нигде не могу найти. Они у нас раньше продавались вот именно в этом магазине. Но потом вот, когда с 14 года всякие у нас были и так далее проблемы в нашей стране, эта марка исчезла. Вот. И я так хочу их и не нашла. Ищу-ищу. Искала еще по другим маркам, которые бы на меня хорошо сели, ничего не нашла. Нашла Триумф, значит, леггинсы. Положила в корзиночку сейчас. Все. 5-10 минут проходит, пока я там еще что-то ковырялась, они исчезли. Потому что, ну, видимо, скидки очень хорошие, и все-все прям разгребается махом. И у меня сейчас голова кругом, и это я искала еще по маркам то, что я знаю. А если не знать, и вот эта 1001 марка, я не знаю, это какой-то кошмар. Вы вообще так заказываете в интернете, напишите. У меня аж голова кругом, все, я закрываю. У меня, кстати, эта температура сейчас отвлекала вечером, сейчас пойду кушать, готовить. Ну, я просто, не знаю, в трансе. Все-таки насколько я люблю вживую магазины. Я понимаю, что сейчас интернет-магазины выручают, но вживую для меня, вот, наверное, вот как-то пощупать, потрогать, там, померить, как-то проще. Так, а на ужин, а на ужин? Так, так и не пополоскала, дисциплины никакой. Варю картошечку и покажу. Сегодня будет царский ужин, как называемый, с детства. Так, все, лимончиком подавила, масло оливковое, чесночок, секретный ингредиент, зелень, замороженная сдача. Пока не могу и перестроиться, покупать зелень, и там, где я бываю, ее не так много. То есть это тоже, знаете, надо посмотреть, где она хорошая. Все, сейчас мешаю. Так, почему я говорю, что по-царски? Отварная картошечка, сметанку уже положила. Такая у меня сегодня сервировочка. И вуаля, селедочка. Соленая селедочка с картошечкой. Это классика жанра, так называемая царская еда. Салатик уже помешали. Ну все, снимаю пробу. Мы иногда даже, приоделись, платьишко решила одеть, поменяться. Что-то все в одном и том же, а то снимаюсь. В общем, пробую селедочку. Ой, как мне хочется селедку, хотя я пью омега. Все равно, видимо, сейчас еще из-за это, раз температура. Тает во рту. Но мы хотели малосоленую, да, ее не было. В общем, очень вкусно. Вот так вот закусить. Ребятушки, все проживала, а то неохота на камеру жевать. Ну, не то что. Очень вкусно. Очень вкусно, классика жанра. Мне кажется, меня на стриме спрашивали, какая ваша любимая еда. Я сказала, что запеченная курочка с картошкой в духовке, но еще вот селедочка с картошкой, ну и салатик, соответственно, салатик это я прям очень люблю. Очень вкусно. Так, и после ужина у меня такой чай, чуть-чуть сахара, лимончик. С бергамотом захотела я сегодня. И хочу, знаете, у меня такое желание, хочу новогодние штучки купить, чтобы было уже рождественское настроение. Так, ну чай этот прям хороший, вот свежезаваренный. С бергамотом прям так сильно-сильно захотелось. Все. Обожаю вкусный чай. Не знаю, прям люблю. Вы любите чай свежезаваренный? Так, все, сейчас дело даже не в освещении. Смотрю на себя и понимаю, что надо высыпаться. Я что-то вот эти дни не высыпалась. Ой,
В общем, и смотрю, что-то я выгляжу-то неважно, потому что я, вот что значит, когда человек не высыпается, сразу какие-то синие круги под глазами. Видно такой вид уставший, поэтому извините за мой внешний вид, постараюсь выспаться. Ну и, конечно, выспусь, когда, если не будет у меня температура, которая настигла меня внезапно. Ребятушки, как думаете, для чего я одеваю фартучек? Я буду разделывать гранат наконец, но чтобы он не разбрызгался. Вот он красавчик. Ну как-то что-то усох. Сейчас посмотрю, надеюсь, хороший. Ну иногда бывает брызги летят, поэтому я решила перестраховаться. У меня еще это как бы без пятен. И неохота новые пятна. Посудомоечка запущена. В красивых тапочках сегодня. Поднимает счастье в мелочах. Ну, в крупных тоже порой, в покупках радость. Все готово. Гранат великолепнейший. Вот так вот у меня две порции. Вообще хорошо чистятся. Смотрите. Так фирма вот эта нравится. Помню, с подарка новогоднего. Ну, предновогоднее настроение какое-то предрождественское уже началось. Красота. Ну все, ребятушки, столько всего, конечно, планов и так далее было. Жалко, что немножко меня здоровье подвело, поэтому всем желаю отличного здоровья. Всем отличного здоровья, мне в том числе. Скорее всего, влог будет 2 в одном за 2 дня, потому что, ну, нет смысла мне копить материал. Я все-таки хочу как-то снимать, ну, хотя бы задержкой в один день. Поэтому всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы со мной. Один из шортс у меня для одного человека, захотите, смотрите. Я в сообществе оставила ссылочку, посмотрите обязательно. Все, всех целую, всех люблю. До новых встреч, пока-пока. Включила увлажнитель запахом пихты. Буду дышать и монтировать для вас видео. Ой, запах. Запах великолепнейший. Света, когда пойдешь делать ингаляцию? Ну, мам, ну я же монтирую, я же предупредила. Сейчас это доделаю. Все.